Минуту назад мне пришел запрос в ТикТок. Девушка пишет: прокомментируйте, пожалуйста, мою ситуацию в своем канале. Мне не пишет парень мой несколько дней, говорит, что очень сильно занят. Ну как несколько дней, четыре. Четыре дня он мне не пишет, говорит, что занят, что лучше бы она ему не звонила, потому что он безмерно занят. Она говорит: расскажите в ТикТоке, что это значит. Значит так, девочки, я говорю, первый и последний раз. Подождите, не первый, наверное, 108-й. Мужчина, если видит вас, свою пассию основную, свою любовь, свою девочку, свою малышку, он будет писать вам каждый день, узнавать, как ваши дела, что с вами не так. Он всегда найдет повод написать вам. Когда мужчина, каким бы он занятым ни был, идет в туалет, у него есть 3-7 минуток времени, чтобы написать, кому он хочет. Наверняка он ответит маме. Наверняка он ответит бате. Наверняка он ответит любимой женщине. И если он не написал вам, спросите себя, где вы здесь? Вы вообще присутствуете вот в этой иерархии? Мама, папа, любимая женщина. Если нет, если он 4 дня вам не пишет и занимается своими якобы мужскими делишками, девочки, я вас прошу, будьте умненькими. Поймите, это не ваш мужчина.